Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня видео снимаем с щеночками Чихуахуа. Здесь две семейки и малышка Шпица. Хочется показать вам две породы для сравнения, так как очень часто поступают вопросы, какая же порода самая ласковая, самая игривая и самая спокойная. Это видео, думаю, даст все ответы на вопросы. А я хочу сказать, что очень часто дело не в породе. Выбирайте щенка. Каждый щенок со своим характером. И бывает совершенно неважно, какая порода. На протяжении всего видео характер у щенков меняется. И это будет хорошо видно. Также на видео сегодня покажем, как щеночкам нужны ручки. Свои, самые любимые, самые ласковые. Примерно с 10 минуты мы покажем, насколько нужен человек нашим щеночкам. На видео щенки разного возраста. Видно, что покрупнее мальчики, им уже 3,5 месяца. Они лидеры в этой компании. А двум чишечкам, девчушечкам, 2,5 месяца. Так же, как и шпицулечки. Щеночки все активные, все ласковые. Выделить кого-то очень сложно. Все наши щеночки добавлены на сайт. Заходите, выбирайте. Ссылка размещена под видео. И приятного вам просмотра.
это? Все рыжики собрались на снег. Что такая лялька?
это? Скажите, пожалуйста, кто это писал? Кто это писал такой? Эти девочки на ручке. Больше ничего не надо. На ручку. Пишите, пишите. Он классный. Куда ты там все видишь? Пошли, говорит, играть уже. Хватит сидеть. Thank you.
Вот они, скажи, хоть на лица посмотреть. Да. Дай мне посмотреть на лица. Где мои зайки, шляпки? Шляпки, шляпки. Быстро, 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 быстро.